набрали водички, отключаем ESC и разворотик у нас такой. Друзья, всех приветствую. Отправляемся очередной раз за водой. Вода кончилась, надо ехать на родник. У нас по-прежнему зима, мороз, снега немерено. Но это нам не мешает продвигаться. По этим непонятным дорогам вообще. Потому что деваться некуда. Лада Грант у нас приспособлена для такого движения. Едет она вообще отлично. Заводится. В общем, никаких вопросов к ней нет. Дорога у нас прежняя, сейчас утром. И мы выдвигаемся на родник. Здесь такая колея, как там, сейчас мы посмотрим. Тоже, наверное, интересно. Просто всегда интересно в такое время побывать в каких-нибудь таких местах. Солнце начинается рассыпно. Называется утро. Красивые пейзажи, снег. Ну, машина вообще, ходовка работает отлично, мотор классный. Вот на второй передаче просто мы идем на небольших оборотах, вот 1500 оборотов у нас. Все, тяга нормальная. Немножко кривой дороги. Но это ничего страшного. Там мы сейчас снизим скорость, наверное, поедем на первую передачу. Ехать по кочкам, прыгать, скакать тоже неохота. Типа убавить, снизить обороты можно. И в спокойном режиме
двигаться. Дорога здесь хорошая, просто по колее не ехать, ехать вот по верхней части другой колеи. И никаких проблем здесь, я думаю, никогда не возникнет. Когда все таять начнет, да, согласен, здесь просто лучше не соваться. А сейчас здесь отлично, просто неплохо. Утро в лесу — это вообще классное зрелище. Не совсем раннее, но такое начало. Сейчас 8 часов, полдевятого. Вполне утро. Такой прудик. В горочку заехали, нормально. Вот пруд. Сейчас никого нет даже с утра. Все тихо, спокойно. Родник пуст. Почему-то. Вот водичка льется у нас. Нормально течет.